Мы набрели на такой очень маленький ухоженный парк, прямо в центре Токио. Ты выходишь с огромного, такой, с огромной улицы с небоскребами. Рядом с посольством Канады. Да, рядом с посольством Канады вот такой парк маленький. В общем, прикольно очень. Он такой тихий-тихий, люди тут гуляют с собаками. Завтракают. Да, тут, в общем-то, не надо громко говорить, нельзя. Да. Петь, танцевать, не знаю. И какашки очень... за собаками убирать. Да, чинно и красиво. Кстати, очень, очень чисто, то есть елы-палы. Ну, вообще, Япония такая-то страна чистоты. Я тут нигде еще не видел, даже в Голландии все-таки грязнее сильно. Они просто... Здесь они помешаны на чистоте настолько, да. Что просто мега-чисто совсем. Ты пропустила статую, смотри, какая красивая. Какой-то буддийский монах, мне кажется. Да. Там я слышу, что-то вот шелестит вода, сейчас посмотрим. В этом саду подписаны все деревья, на латыни причем, не только на японском. И в конце вас встречает вот такой монумент. Признаюсь, я не знаю, кто это. Но, в общем, дядечка очень добрый, судя по выражению лица. Вот, и, в общем, конечно, очень красивое место. Там штукенцы что-то фотографирует. Розы, везде розы. То есть розы на деревьях, ну, очень красивые, что тут скажешь. Не припомню, чтобы я видел такие красивые розы на деревьях. Ну, это, наверное, не розы даже, хотя я не знаю. Наверное, розы, судя по цвет, по листьям. И корни вот такие вьются прям ковром. Красиво, очень хорошо. Люди там что-то завтракают, кушают. Приходят в парк чисто вот на бизнес-ланч. Поесть в парке. На самом деле для курящих оборудовано специальное пространство, вот оно. И вам нужно зайти в кабинку, в которой можно курить, а на улице вообще курить запрещено. Да, вот там кто-то одинокий, дымит. Смотрит? Прикол.